Справа, марш, смотри, справа! Дело, 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 дело,
Да, да, да. Один мешает.
Yeah.
Гол ворота команды «Трудовой Герой» забил Владислав Земляков, номер 17. Сейчас!
Замена в составе команды трудового резерва. Вместо Олега Бондаря, номер 22, на поле появился Алексей Солодовник, номер 18. Забегай, 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 заб
Давай, давай!
Ой,
Замена в составе команды трудовой резервы. Вместо Дмитрия Ровника, номер 10, на поле вышел Данила Анохин, номер 12. Да,
сделал для центра. Играй! 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 Играй!
Yeah.
Левая! 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 Лев
Новый ворота команды трудовой резервы забил Гела Засеев, номер 15. Давайте тоже.
Желтую карточку в составе команды трудовой резервы получил Михаил Глебов, номер 17. Место Даниил Горошина, играет под номером 12, на поле вышел Леонид Феоктистов, номер 7. Справа, справа, справа!
Сегодня в составе команды трудовые резервы. Вместо Никиты Сеидова, игравшего под номером 11, на поле появился Никита Строилов, номер 6. Спасибо.
Продолжение следует...
Далее в составе команды трудовые резервы. Есть Евгения Борисова, игравшего под номером 8, на поле появился Николай Васильевич, номер 21. Поля, один! 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 Поля, один!
Я знаю.
Затем остальные команды трудовые резервы. Вместо игрового по номеру 20 Петра Афанасьева на поле вышел Алексей Долов, номер 3. Гол от команды трудовые резервы забил номер 4 Руслан Рустамов. Yeah.
Костанову времени матча добавлено 3 минуты. Левая, Вова, левая! Есть! Леша! Кому-то не стоит!